И снова здравствуйте, мальчики и девочки, с вами ваша выживательная девочка-волшебница Nevermore, и возвращаемся на крышу этого небоскреба. Да, внимательные зрители видят, что немножечко поменялось, чуть-чуть добавилось, у нас добавился еще один, как вы видите, принтер ресурса, потому что одного нам было мало. Не апгрейдженный, простой, не крашеный, но не битый, делает нам металлоконструкции, в то время как второй занимается исключительно где-нибудь, вот они, пенопанельками. Ну и генератор, соответственно, мы тоже проапгрейдили, заправили по самое полное, по самое не могу. Вроде бы нормально, вроде бы тащит. Правда, время от времени нужно подпихивать эту заразу, чтобы она работала, потому что почему-то она иногда сама останавливается. Почему, не совсем понятно. Ну, вроде пошло, вроде пошло. А что мы делаем сегодня? У нас планов просто громадьё, да. То ли оно по загрузке останавливается, то ли одно из двух. А планов просто громадьё. Мы должны, во-первых, капитализировать наш ресурс. Да, я вон там, вот, как и обещал, немножко поубирался по нижнему ярусу. И нашел еще к тому, что было, в общей сумме 14 лунных клубней. А вы спросите, зачем тебе, наверное, это вообще нужно? Затем, что нам этого не хватает на апгрейд нашей мощной интересной руки. А смотрим, внимательно наблюдаем внизу. Да, даже робот-засранец, я его заставил таки ходить сюда. Он даже складывает деревяху, даже складывает его местами металл. Единственное, что у нас не хватает, это склада для орг-стекла, но я думаю, что в будущем тоже будет. Так вот, эко-вендинг возле двери с названием «Не открывайте, do not open». При этом завязан на какую-то веревочку, и замок висит вообще до звезды, что просто висел. Замок висит на нем, а держится на ломе. Эко-вендинг нам дает химустойчивую колбу, и это прекрасно по многим причинам. Одна из которых... Да-на-на-на-на. Одна из которых это то, что мы сможем сделать себе новую сосательную руку, которая будет сосать то, что нам нужно, а не то, что вы подумали. Вот из этих отверстий. Там мне нужен химустойчивый инжектор. Поэтому давайте-ка быстренько. Вот сюда добежали до крафтинга. Берем нашу ручку. Видим, что у нас есть абсолютно все, что нужно. Химустойчивый инжектор пошел. Все остальное вакуумное для увеличения объема скоро появится. Так же как и молот, монтажный и мультидрель. Нам не хватает добротной удочки. Я так и не был, где можно найти прочную леску. То есть, чтобы вы понимали, оно даже само не пишет, где ее можно найти. Обычно оно пишет, что там магазин Агаты, магазин этого Дэнни Хреныня. А здесь как бы нет. Как бы просто нет. Хотя, может, я опять затупил, оно есть в торгомате, но это такое. Пробуем, наблюдаем. Вот наш... Стоять боятся. Это можно ремонтировать. Слушай, это можно... Я думал, сосать можно. Это можно ремонтировать. Мы можем насос сделать, Карл. Ёж-мадрёж, я думал, что... это в корне меняет дело. Это в корне меняет дело. Нам сейчас будет нужна экспедиция. А нам нужны две доски. Что интересно, кстати, мы можем таскать две доски с пола, потому что у нас мощная рука, но мы не можем таскать две доски с нашего склада двух досок. Это странно. Давайте-ка. Вложили, вкладили. Листы металла у нас тоже есть. Вот это нужно. Мы сейчас закидаем основные ресурсы и слетаем быстренько на экспедицию, на магазинчик купим помпу. Потому что почему? Потому что у нас он 622 юкоина. Мы практически богаты. Мы сейчас даже ачивку в Steam получим за 1000 юкоинов. А что я... еще три металлоконструкции я забираю. Даже робот их сам таскает. Какой красавчик. Нам нужны трубы. Мы не боимся их делать, потому что что? Потому что у нас очень до черта всякого разного. Металлолома мы нашли просто божественное количество с разбора всякой металлоконструкции. Так, 6-7. Давай, 6, по-моему, надо. Да, 6 труб, и нужна одна помпа, мы знаем, где ее взять. Ну, это во-первых. Во-вторых... Наш красавчик и долгострой. А мост имени я не знаю кого, но явно не Патона. Сделали. Нас ждет буквально одна маленькая... Слушайте, Карл. А там и цимис в том, что вот я чувствую, что мы достроим вот эту панельку моста, она скажет, нет, пока ты арку не сделаешь, ты не переступишь туда. Но мы затаскаем, мы будем не мы, если мы не затаскаем, потому что на арку у нас тоже есть ресурсы. Так, 6 гвоздей, сейчас мы накрафтим. Дольше таскать деревяху. Но где нас это не останавливало? 6 гвоздей, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Есть такое. Слушай, а может мы если зажмем на складе с деревом и поднимем 2 деревяхи? Не, а бламинго мы... Хотя мы можем схитрожопить. Мы можем взять одну деревяху. Подобрать к ней... Хитрая ты задница. А почему мы не можем? Обычные доски мы можем подбирать по 2. Этим подбираем сугубо по одной. Как это работает? Да, топ.
тут-то бы перепрыгнуть бы уже могли. И как минимум я вижу очень много не только оргстекла, я вижу еще и сосательную жидкость для электролита. Как показала практика, не то чтобы она была сильно нужна. Чуть-чуть. Тут же растворители отбеливателей в красных бутылках у нас еще заканчиваются. Это в корне местами грустно. Так, мы берем, да, мы берем сугубо по одной. Вот какая странность. Как только доски полежали на складе, они стали такие, знаете, там, особо продвинутые, протертые, такие, нет. Или ты берешь меня по одной, или ты не берешь меня вообще. Кстати, я так смотрю на нижние ярусы там, я думаю, что туда мы тоже в будущем сможем спускаться. Ну, как минимум, как минимум. А слушай, а по такому по-простому мы можем деревья пилить, ну? Это будет быстрее, чем будем бегать за... По одной доске, а? Ведь что, взяли, подняли две. Буквально за две ходки с два дерева. А мы все еще не умеем выпиливать огромные вот эти цветы, но тоже надеемся. 4-5, буквально одна дочка. Буквально одна дочка, но мы же не перейдем мост, на. Не бзди, растение, мы тебя тоже за... Я не знаю, что мы с тобой сделаем, но мы с тобой что-нибудь сделаем. Вот, олимпийский бегун с факелом бежим. Давай, родная. Вот они мы. Вложили ресурс. А, гвозди. Пунц. Нет, даже не нужно было строить отдельно арку, мы открываем новую крышу. Которая нам приносит пруд, и на пруду мы можем ловить рыбу в бассейне, вот. Смотрели в детстве Ералашка, где ловили рыбу в ванной? Вот здесь мы ловим рыбу в бассейне. Причем в этом бассейне мы можем безбрежно, безостановочно рыбачить на всякий мусорный лут, который здесь будет безбрежно, безостановочно появляться. Так, это что-то мощное. Это что-то мощное даже без наживки. Мы поймали металлические трубы. Ну, заплыли сюда трубы, понятно, но, ну, бывает такое. Лесочка, Карл, вот она моя золотая. Ах, ты ж зараза, зараза ты, собака-барабака. Если бы ты мне сразу сказала, я бы же не мучился бы. Баллон выбрасываем к звездам, но пока не нужен. Подобрали новый предмет. Что мы подобрали? Что мы подобрали? Мини-бикини? Нет, мы подобрали жилеточку рыбака. Кстати, логично расположено. А нам нужно сбросить пластик. Хотя пластик вообще нужен. А что это такое? Задача выполнена. Найти картридж. Джун, открыть модуль строителя на умной вышке. А вот это уже интересно. Джунга. Слово джунга производит от глагола кунженга. Хороший глагол. Снова за кисо. Хили означает построй. Игру придумали в незапамятные времена, когда люди только начинали осваивать космос, но давно мечтали дотянуться до звезд. Так, я чувствую продвижение главного квеста, если он то еще есть. Мы об этом подумаем, но пока что изучаем бухту мы. Возле бассейна здесь были даже джакузи. Здесь жили злые буржуины. И не зря эти... Они здесь все погибли. Что такое? Семена. Я не хочу тратить биомассу, она нам очень сильно нужна на всякое хорошее в плане забрага генераторов. Миндаль. Важнейший ингредиент для приготовления блюд. Сгодится в качестве начинки для батончиков. И да, и стакан другой молока можно выжать за неимением коровы. Я не знаю, в каком месте ты будешь у миндаля сосать молоко. Но вот это меня уже интересует, что за матрица такая. Но то, что каминг-сун это будет в будущих версиях, это да. Но мы зашли в такие дали, в которые до нас Хьюстон не залетал никто. Окей. Давайте пройдемся по всей крыше, чтобы уже видели, что здесь, куда уже здесь. Как минимум вижу вон еще две пасы. А что это такое? Что такое? Что это такое? У, пенопласт, слушай. Пенопласт, Карл. И нигде же не писал, что на крыше валяется. Взяли еще три пеноблока. Нам нужно будет на апгрейд нашего верстака до электросостояния. О, я видел, где... А вот я видел. Вот я видел. Распиливаем металл. Упс. Распиливали металл, получили дерево. Вот такая магия апокалипсиса. Подобрали новый предмет. Такая бойская шляпа, наверное. Нет, это женские ноги. Да, ковбойская шляпа. Спагетти вестерны будут вдвойне интереснее, если предварительно найти эту ковбойскую шляпу. Угу. Я же говорил про порноактера из гей-фильмов из 80-х. Вот нам намекают, да. Горбатую гору хотят устроить. Но ничего, не поддадимся. И сланцы за сланцы. Нет. Что это такое, я вижу? Я вижу еще один картридж. Как мне до тебя... Давайте по-вархаммерски. Взяли цепной меч и распилили. Буду еще обходить там вас.
Осмотрели. Задача выполнена. Найти робоконструктор. Конструктор робототехника. Можно собрать домашнего любимца или пронырливый пылесос или гибрид того и другого. Полезная игрушка для будущего специалиста в области роботостроения. Открой модуль строителя на умной вышке. Я боюсь представить, что мы там построим. И да, здесь будет безбрежно огромная площадь еще. То есть вы видите две зоны в процессе добавления. Разработчики, давайте быстрее. Вы меня заинтересовали, заинтриговали такой хорошей игрой. А многого не додали. Ну, ничего. Цифровое хранилище плюс один. Не хочу забирать, потому что стакаются они чуть хуже, чем никак. Им каждый нужно в хранилище отдельный слот. Еще один картридж космобой. Дорогая игрушка, о которой когда-то мечтали все дети. Выстраиваешь модельки кораблей, вооружаешь космобоем и пли. Отдельный бластер работал также круто, но не выпускал синий лазер, как лицензионная версия. Я так чувствую, что в двух из трех нам намекали на космос и космокорабли. Наверное, но это не точно. Мы, может, как-то построим что-то летающее. Сами пойдем в экспедиции. Не красота ли же. Где мы такие длинные швеллеры нашли металлические, я не знаю, но нашли. Пум-пум-пум-пум-пум. А это падла чилит. Можно мне туда устроиться роботом на полставки? Я буду полдня чилить в джакузи, вот реально. Я быстрее сам заношу на все на склады, чем удалось. Зараз такая. Мелкая. Так, вот у нас закончился генератор. Отдай сюда. Подожди. Отдай мне пеноблоки. Отдай мне все пеноблоки. Они все мои. Забубенивай, пожалуйста, биомассу. Вот для этого мы ее копили. Блинский, блин, у нас уже жрать нечего. Жри миндаль. И жри таки биомассу. Чуть-чуть недозаметил. Юкоины забираем. Собрать юкоины. Тысячоночка. Нормалды. Кстати, ачивку не дали. Вот просто ачивку не дали, жадные люди. И мы можем забубенить нашу вот эту штуку. Немножко побольше, получше и покачественнее. 8-5-7. Нам нужно две катушечки, нужно две батареечки. Батареечки у нас есть в запасе. На самом же верстаке сколько тебе нужно-то? Чё ты меня троллишь, что у тебя на верстаке на самом лежат батарейки? Какая злая нехорошая вещь. Так, давай катушечка раз, катушечка два. Улучшамба пошла. Да. Он реально стал огромный. Как у Тони Старка из Железного Человека. Да, она еще из функции 3D. Крафтинг есть и электрическая панель. И крафтинг. Что нам дает крафтинг, кроме чертежей? Которые мы могли бы изучить, я так понимаю, что без электричества. Электрогрядка. Мечта любого огородника создает нужные условия для ночных растений, дневных растений и всех остальных растений растут круто. Чертеж UV-вышки. Выжигает сорняки в заданном радиусе. Неплохо. Или металл-баррикады, которые, по сути, не нужны, если у тебя будет ультрафиолетовая вышка. Ладненько, так холодос, ты мне ничего не хочешь сказать? Злой ты холодос. Злой. Мог бы там родить что-нибудь полезное, вкусное. А рыбок мы больших не... Да. Зачем нам нужно лебестричество? Юкоины мы временно отключаем. Отключили. А там был хороший вопрос про то, что, может быть, можно протянуть как-то через электростолбы, поставить сразу три от одного генератора запитать. Я такое что даже проверю. Лепестричество, электростолб 2 контакта, электростолб 3 контакта. У нас-то все дело должно быть. Как некрасиво-то, а? Давай, вот как-то здесь вот для грядки будем делать вид, что это как надо. Две доски, одна лампочка, один трансформатор. У нас-то вообще все есть. 8 лампочек. Плохо, что они не отделяются по одной. Две доски я сейчас возьму. И трансформатор где-то я бросал такую огромную-преогромную кучу. Зараз, здесь тоже нет электричества. Потому что робот, падла, постоянно чилит джакузи. Трансформатор. Давайте бутылки пока что здесь. Трансформаторы здесь. О, был свободный слот. Спасибо. Нужны будут катушки, но катушки мы можем сделать и сами. Так, раз. Трансформаторы ломчики изобразили. А крафтинг... не электрификация. Давай вот сюда. Ломчики на базу. Трансформаторы тоже здесь.
выкинул прямо на пол. Молодец-то какой. Крафтинг еще раз. А трансформатор, где вы есть? Оц. Сюда пробежал, что-нибудь пожарить найдем. Биомасса, биомасса и биомасса. Или черничка. Тоже вариант. Во, лунные клубни. И червячок. Лунные клубни пока не готовим, не изучаем на верстаке на еду. Потому что мы без них можем все купить. А не ты. Пожалуйста, оц. Интересно будет соединить их, кстати, все в один... В один слот, если что. Еще одна досочка, пожалуйста. Да, ночь. Творим темные дела под покровом ночи. Вложили. Сделали. Итого, биогенератор. Мы подключаем... Уц, вот все. А почему не можем? Мы не можем. Потому что эта зараза у нас не достает. Вон она что. Вы понимали всю грусть и печаль израильского народа. Видели большой-пребольшой радиус, где мы ее можем поставить? Вот, а подключается она по очень маленькому радиусу. Ну, допустим, мы тебя подключим. Слушай, а мы тебя можем через принтер ресурса подключить, не? Слишком далеко. Это огромезный столб. Фига ли мы не можем к тебе нормально подойти? Начать соединение. Нужно больше катушек с проводом. Ах, ты что же нам все... А скрафтить мы их не можем, потому что у нас нет электричества. Не можем же, да? Или можем? Смеху будет, если начать придется строить новую. А, катушка с проводом, расходники. Создать два пластика. Ах! Злые вы. Злые вы, но ради проверки концепции я даже найду два пластика. Где-нибудь. У меня его нету. Злые вы, я ушел от вас. Я ушел в дальние-предальние дали. Я ушел на умную вышку. И буду думать, зачем мне карты ожидали. Так, меню строительства мудрое улучшение. Вот оно что. Вот оно что. И мне об этом писали в комментариях. Слушайте. Модуль дешифратора цифровых хранилищ мы можем сделать где правильно, на умной вышке. Только я этого сразу не понял, что мне умно советовали. Мы можем сделать вторую грузовую платформу вообще на халяву. Это у нас уже было. Модуль дрона батарейки больше, да. Модуль пенопанели сейчас накрафтится, тоже найдем. Три масленки, правда, сложно. Да и на кой нам альтернативное топливо? Если мы не летаем ночью. Модуль миньона техник. Новый режим полета назначить миньона техника. Малютка доставит все необходимое для работы по дороге ресурсы. Например, вовремя заправить топливом генератор. Модуль миньона строитель. Короче, что нас интересует? Модуль дешифратора в первую очередь. И там нужна матрица. И вторая грузовая платформа. Но сперва мы полетим на разведку. Давай, родной. В экспедицию? Зря мы, что ли, вот эту красоту все наводили. Заметьте, здесь чисто даже. Так, где мы были, где мы не были, где нам нужно? У нас 1067 коинов. Для начала гипермаркет тетушки Агаты. Помним, что в злые локации со злыми местами мы не летаем. А как тебя зовут, нам плевать. Смотрим, цифровые хранилища у нее продаются. 300 кусков за матрицу, фига там. Мы за помпой прилетели. Возможно, даже за двумя, но пока что за одной. Купили помпу. Это раз. Программируемое ядро мы можем уже и сами делать, местами отдельными. Дальше что? Электролит. Стекла. Вход в метро. А вот это мне интересно. Там не написано, что мы там найдем, поэтому давайте слетаем, посмотрим. Вход в метро. Эскалаторы ведут прямо в яму, заполненную водой. Баррикады из хлама перекрывают проходы к бутикам. Сегодня вы нашли две пенопанели и три гвоздя. Ну, не сказать, что особо сильно нужная находка. Ага, вот. Empty string, который нас в прошлый раз поломал. Магазин электротоваров. Микроволновку я не хочу. Фудкорт, возобновляемый пластик. Игровой клуб. Вот это давайте. Что это за шарик нам дадут? На остачу денег мы вскроем новые зоны. Может быть, там тоже есть магазины. Может быть, отчет квестовая. Игровой клуб разграбили мародеры, но в спешке не могли заметить что-то, не заметить что-то полезное. Потолок просел, здание распадается. Вы нашли один хрустальный шар. Можем как настоящая банка ванговать теперь. А, возвращаемся домой. Подожди. Открываю новую зону. Брошенные на остановке вещи, давай сюда.
Тут немножко плохо вращаются карты, если что. Мы нашли бодрящий кофе. Прикольно. Веселье приносит и вкус бодрящий. Чего-то там вкус всегда настоящий. Ну, за рекламу нам не платили, поэтому мы не скажем, что именно. Давай, показывай. А смотрим. Мы так не прокачали удочку, во-первых. Во-вторых, бодрящий кофе сразу засёрбнул. А хрустальный шар можно просто тупо выкинуть. Это такая большая лабудень, которая никому не нужна. Еще одна экспедиция сразу же. Я хочу знать, что на нижней зоне, что на боковой зоне. Так, давай, 200 юкуинов. Серьезно, я... А, вот, вот так ты отдаляешься. 200 юкуинов за исторический центр. Есть бункер с катушкой-трансформатором, есть офис. Есть библиотека с обычной бумагой. Ливневая канализация, фонарь, сквер... У, а сквер — это странный плеер. Теперь должны были отмечать день города. Бесплатные напитки, потрясающий фейерверк. Что ж, фейерверк в тот день действительно состоялся. А, ты же не заряжен, моя бусинка. Ты же не заряжен, поэтому ты никуда не полетишь. Но, по крайней мере, мы открыли все доступные нам зоны. Которых в будущем будет еще больше. Еще цифровые хранилища есть на монорельсе и на колесе обозрения. Площадка для гонок с лабиринтом препятствием. Разные награды, зоопарк, кофеючек. Много всего нужного, но не нужного в данный момент. То есть, по сути, мы себе обеспечиваем выживание, и у нас нет пока что такого масштабного квеста, чтобы куда-то отправиться. Значит, дожираем, что можем. Находим пластик, который искать-то не нужно. И вот там до черта валяется. Ну, дай мне биомассу. Биомассу про запас. Слушай, вот эти корни только что выжигал. Опять набежала куча их толпа. Пластик это бочки. Где-то здесь. Я же видел место... Во, тонна бочек. Мы сбрасываем самое ненужное. Это у нас хрустальный шар. Не знаю, зачем, пускай валяется. Может быть, какой-то маяк получится с него. И будет нам делать диско на целый город. Вот пластик взяли. Серьезно, тут? Не зли меня. Я ж тебя разберу. Бочки да не те. Нам нужны пластмассовые. Вот пластмассовые бочки. Рум-рум. И доделать-таки помпу, доделать-таки насос. Что думаете, я забыл? Нифига я не забыл. Я вас проверил. Пластик был вот здесь, по-моему, да? Мы получаем гвозди из дрона. В какой стране сделали этот дрон, что из него получаются гвозди? Окей. Предположим, что мы с этим согласны. Давайте по порядку номеров. Во-первых, помпа. Упс. И мы получаем... Набрать соленой воды из бутылки, накачать соленой воды. Можно улучшить, но пока что электронасос работает автоматически, наполняя воду соленой водой. Скоро появится еще нет электронасоса. А накачать соленой воды. Мы можем накачать полную бадью соленой воды, чтобы вы понимали. Потом сёрбать оттуда ведром. И поливать, что бешеное. Хорошо. Нам была нужна еще одна катушечка. Давай, крафтинг. Катушечка. Хотя там внизу валялась катушка, которую мы могли спокойно, безбрежно себе забрать спокойно. Но нет же. Невер же не ищет легких путей. Так, нажмите для отмены. Мы не можем. Видите, как тупо мы не можем. Мы можем подключить вышку с юкоинами, но мы не можем подключить генератор, зараза. А если мы подключим... А все равно не получится. Нам нужен еще один столб. 3 контакта, 2 контакта. Вот такая лабудень. Где-то мы 3-контактный столб еще один.
Лепестричество, пожалуйста. Три контакта. Хочется спросить нежно, интересно, а на кой нам тут вообще лампочки нужны? Так вот, должен достать вроде. Уж если не достанет, то будет отдельная грусть. Трансформатор взяли. Кстати, да, можно было подбрасывать. Трансформатор взяли. И что там еще нужно? Лампочки-катушки. Лампочки взяли. Тут-тут. Главное не забывать перегружать это назад. И две доски. Плюс мы еще ни разу не использовали на транспортер. Такая тоже отдельная шутка. Две досочки. Ты думаешь, я не задолбусь? Я задолбусь, но проверю. Рыц. Давай, рыц. Вот он, столб. Катушки две еще есть. Подключаем. В смысле, ты не можешь к столбу подключиться, а? Что за фигня? Что за фигня? Мы не можем подключить столб к столбу. У нас нет, но у вас есть катушка. Вот он я. Вот он я подошел. Генератору можем. Сюда не можем. А тому, что и к столбу он тоже не подключается. Короче, хитро сделанная схема. Вот это мы отключили. Вот это мы подключили. И можем ли мы... О, слушай, а можем, правда. С одного генератора двойки можем питать целых три штуки. Энергию выедает как не в себя, но можем. Главное правильно ставить правые столбы. Так, электропанелька подключена. Крафтинг. Для начала. Удочка, наконец-то мы тебя сделали. Мы можем ловить супер-мега-обычную рыбу, сейчас пойдем посмотрим. А новая удочка скоро появится. Тут все скоро появится. Еще нам нужны чертежи. И да-да-да-да-да, нам нужна матрица. Нам нужна матрица, про которую я забыл. Уже упираемся в пластик. Оф, что будешь делать-то? У меня точно не завалялось пластика. Робо-засранец. На тебе на генератор, иди чилить за джакузи. Мы голодаем, а это подло чилит джакузи. Еще немножко пластика можно найти где-то внизу. А, вот вижу. Забрали, разобрали два. Не, так-то здесь даже закупаться особо не надо, затариваться. Вот здесь все есть, что нам нужно и что не нужно. А, петюня, трансформатор, ну давайте возьмем. Лишний не будет. Отколоть тоже. Высверливаем весь пластик, что здесь есть. Расчищаем зол. Как минимум мы должны здесь строить будем космический корабль потом. В будущих версиях. Потому что иначе, а зачем нам такая огромная зона? Так, еще пластик. Кстати, подожри, пожалуйста, биомассы. Да и закинуть тоже надо. Пам-пам-пам-пам-пам, катушечку на всякий случай взяли. Тебе взяли. Катушечку взяли, высверлили металл. А не вижу больше пластика. Где-то он есть, но очень далеко. Упс. Ты не пластик, все. На одну матрицу хватит, на дешифровку цифровых хранилищ, прости господи, это хватит тоже. Матрица, что там еще было нужно? Я уже забыл, что было нужно. Сейчас будем бегать два раза. А садаем матрицу. Хыц. Она у нас в инвентаре? Нет, конечно же. Пенопанельки сбросил. Матрицу забрал. Генератор практически уже сел в ноль. Искрит бедняжка шубешина. Я так думаю, что это не заводская функция у нас. На тему тройного подключения. Главное, чтобы не взорвалось. И да, пока не забыл. Два цифровых хранилища. Номер один и номер два. Так, побежали. Ты нам там расскажешь. Модуль улучшения, дешифратор цифровых хранилищ. Есть такое.
И мы теперь можем модуль дешифратора дешифровывать. А открываем. Что нам дается? 3 новых матрицы. Мы с одной матрицы сделали 3. Каким образом это было в цифровом хранилище, я не понимаю. Я думал, что цифровое хранилище — это типа хранилище сознания тех, кто погиб. Это обычный ящик с электронным замком. Новая одежда Джоггера. Такой себе. В принципе, все остальное нам уже не нужно. Вышка тоже не улучшается до следующего этапа развития игры. Поэтому мы делаем самое последнее, что мы не проверили. Мы ловим рыбку покрупнее. И на этом, наверное, делаем мини-паузу в этой игре до того момента, когда игра сама обновится. До получения, то есть, нового контента. Можно исследовать там отдельно повторяющиеся локации, можно, получается, собирать лут, но, по сути, основную механику мы уже посмотрели, основное развитие получили. Сюжет не двигается, и это грустно. Ловим рыбу. Закидываем. Мы можем ловить, возможно, но не точно, кальмара. Такой себе кракена-сракена. Да, четверка. Главное не затупить. И мы поймали электрощупика. Нельзя не проникнуться уважением. Этот умник приспособился к жизни где-то там далеко-далеко. А плюс мы можем ловить еще с этой удочкой всякую разную электронику. Типа тостеров, всего такого. Ну, давайте попробуем. Это не то. Это обычный пластик был. Нам нужно что-то или тройное, или четверное. Вот это может быть. Моллюск нет. Ему я так и не нашел применения. Вот, четверное. 2, 3, 4. Растворитель. Прекрасно же. Чайник. Мы можем поймать чайник, мы поймали растворитель. Натуру четверо, ну давай еще. Просто ради веселья. Рыбачить без наживки. Нет. Нам придется долго-придолго искать, что уж мы должны зарыбачить там. Чтоб святой рандом нам выдал то, что нам хочется. А, трешка. Не хочу. Последнее действие, через самое последнее, мы идем разделываем кальмара. Потому что отдельно он несъедобный. И меня интересует слово «электро» в его названии. Может быть, с него делаются какие-то хорошие ресурсы полезные. Может быть, те же батареи. Прям с кальмаром. Обмотали проволокой, зажали тиски и нормально. О, засранец. Делает вид, что работает. Так, не сюда. Мы забыли еще одну вещь. Последнюю. Мы не прокачали наш притом. А электрощупик делается морепродуктом. Это все, Карл. Это все. Мы получаем 3 зеленых щупальца, на которые смотреть грустно. Улучшение по строчке. А, у нас 20 угля нету. Ну и ладно, тогда лут отлучим до лучших времен. Пока что, дамы и господа, делаем паузу. Ждем нового контента. Как только так сразу так вернемся. Ну и всем удачи, до встречи. И не забываем про наши телеграм, дискорд, ВКонтакт. Ссылочки все там же под видео. Увидимся.